Очередной скандал вокруг нового ситкома «Кургенсиздер» на 31-м канале. Прошлой ночью в Алматы неизвестный закидал рекламный щит яйцами. Вандала случайно засняли прохожие. Это не первая атака на рекламные щиты с названием сериала. Ранее Кимат Актау инициировал их демонтаж после того, как жители выразили возмущение, что название сериала оскорбляет казахстанцев. Дело в игре слов. «Кургенсиздер», а именно так называется ситком, можно перевести, как вы видели. Однако, если произнести слова слитно, то получится «Кургенсиздер». Это уже переводится «вы бессовестные». Видимо, алматинский вандал именно так и интерпретировал название сериала. Кстати, ему может грозить наказание за порчу чужого имущества. Впрочем, сегодня билборд уже отмыли. Впервые сталкиваюсь с таким. Яйца не просто отмывать, да еще засохшие. Ведь билборд закидали еще вчера.